Званый гость равен татарину. Юля, я что-то так волнуюсь вообще. Ждем, ждем уже. Что-то они опаздывают. Сейчас придут. Открывай. А мы к вам всем семейством. Да. Петька! Видали, какой был? Да ладно! Петька! Слава, да. Помнишь, вот такой был Петька! Пять лет пролетело. Проходите, к столу, давайте, присаживайтесь к столу. Пойдем. Давайте, 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 присаживайтесь к столу. Столько всего обговорить надо. 5 лет не виделись. А Петька-то куда пошел? Да, далеко не уйдет в квартире. С этим блаженником мы замучились уже. Мы из-за этого блаженника уже в Турцию не ездим никогда. Да. Он так вот берет его и в воду уходит, и все. И пока батарейка не сядет, ходит там где-то там, вроде буйков там. Слышно. Петя, сынок, иди сюда, иди на голос. Иди, иди сюда. Ну, на диван его посадите, да и все. Да. Слушайте, ну 5 лет не виделись, а. Ну столько всего нужно обсудить, обговорить. Давайте вы пока общайтесь, а я за чайком, с чабрецом. Муа, такой чаек сделал. Муа, зайдете. Славка, как обычно, суетится и суетится. Ничего, Славка суета, как его раньше называли. Ничего не меняется. А у вас-то изменилось что-нибудь? Вы из коммуналки переехали? Мы квартиру купили. Вы по депу? А как платите? Как? Постоянно. У меня тут на телефоне есть программка, я сейчас покажу, сколько процентов, ты обалдеешь просто. Сейчас где-то она у меня была. Сейчас, подожди. Вот там, сейчас. А вот и чаек с чабрецом. А чего сидим молчим, чего не общаемся? Юля, а? Чего не общаемся? Общаемся, ребята ипотеку взяли. Ой, ипотеку-то хорошее дело. Ну давайте, давайте, общайтесь, разговаривайте, я сейчас за тортиком. Ой, Юлька, такой у тебя сервиз красивый. Это эксклюзивный, я из Праги привезла. О, да. Вообще. Дай-ка я для инста чикну. А ты в инсте есть? Да, найди меня. Давай. Я тоже есть. Да ладно, сейчас иди. Сейчас, я покажу еще. Смотрите, какой торт вкусный. Это у нас внизу пекут, мы специально заказали к вашему приходу. Слушайте, 5 лет не виделись, а как один день 5 лет пролетели? Или больше? Димыч, ипотеку взяли? Да. Да, слушайте, ну я так рад, что вы приехали, просто без ума вообще, столько всего обсудить, столько обговорить. Ну, давайте к столу, к столу, к столу, к столу, ну, рассказывайте. Слушайте, давайте. А что мы-то все, мы-то рассказываем. Вы рассказывайте, как Генка ваш? Генка, позови Генку. Сейчас. Генка сейчас. Так ждал вашего Петьку, вообще покоя не давал, когда Петька приедет, да когда Петька приедет, когда Петька приедет, да когда... А наш Генка замучил нас, когда поедем к Петьке, когда поедем к Петьке. Ой, ну хоть наговорятся вдоволь, наиграются. Братья встретились, а? Ну ладно, пусть идут, общаются. Ну давайте, давайте. Идите, общайтесь туда, наговоритесь вдоволь. Ой, ну ягодки, а? Прелесть. Как играют, а? Ой, как общаются. Братики, ну давайте, давайте, садитесь к столу и давайте рассказывайте. Как там вообще, как там Пенза? Пенза, господи, дорогой. Была. Вот, пока 4G не провели, сейчас, конечно, в любой момент, куда угодно. Рад. Вы, ну, общайтесь, общайтесь, я отвечу. Общайтесь, разговаривайте пока. Алло? Баба Нюра, здравствуйте, здравствуйте. Ни за что не поверите, кто к нам приехал. Брикоткины к нам приехали, да. 5 лет не были, а сейчас приехали. Сидим, общаемся, наговориться не можем, да. Общаемся, общаемся. Заходите, заходите, некогда. Давайте, заглядывайте на огонек. Ага, давайте. Представляете, кто звонил? Баба Нюра звонила. Иван, Дима. Ипотеку взяли, да. Мы. А туалет делалось? Ну так же, прямо и там по коридору налево. Да, конечно. Сейчас баба Нюра зайдет. Илан, ну рассказывай. Рассказывай, как там дядя Женя? А, дядя Женя? Да нормально, дядя Женя курить бросил. А, ну и ладно. Пить начал. О, а что это у вас в туалете ремонт? Бачок винтажный, туалетная бумага с анекдотами. Да, я же хотел рассказать, мы же ремонт сделали, в туалете сделали, на балконе сделали, в спальне сделали, между прочим, ремонт. Мы такую кровать поставили из интим-салона, просто вообще сумасшедшая. Ну это секрет никому. Пойдем, я покажу, может такую же поставить. Пошли. Да не надо, Слав, я вот вижу ее, это же она. Как видишь? Ну вот, все уже Димка выложил. Как вы чего? Как выложил-то? Соседушки, привет! Брикоткины, миленькие!
Ротненький, думала, не дождусь уже. Любонька, ну поди сюда. Поди, я тебя обниму. Привет, привет, привет. Мать моя хорошая. Клевая селфи. Ой, комменты пошли. Че застрашила с бабой Нюрой? Все, Люба, иди, не пугай меня. Да и я пойду, а то у меня дед там грамм 300, наверное, уже опрокинул. Голодный желудок, пойду. Бабнюр, так может с нами к столу? Не-не-не-не-не, пойду, мне еще нужно из одноклассников удалиться. А то что, они все равно все померли. Веселая бабка. Юль, Илана. Юля, Илана. Слушайте, ну вы меня извините, дайте сюда. Слава! Ну, дай. Я пишу. Да все, ну потом, позже. Я ладно, дам, короче, это... Дима, дай, пожалуйста, Иван, сядь, Дим. Сядь, пожалуйста. Сейчас так будем разговаривать. Сейчас, секунду. Ладно, сиди. Вот тебе телефоны, а сейчас мы разговаривать будем. Ну давай, рассказывай, что там, дядя Женя-то из тюрьмы вышел? Да. А Любка институт закончила? Нет. А тетя Валя замуж вышла? Да. Разбирайте ваши телефоны. Не получается у нас разговор. Давайте хоть сфоткаемся, что ли. Ох, это круто. Не на это будем фотографироваться. Вот на это сфотографируемся. Во! Вот на это мы будем фотографироваться. Во. Это что, еще пленочный, что ли? Да. Да ладно. Это неандерталец вообще. Последний, кто на пленочный фоткает. Это такая машина вообще. С ней такие фотки крутые получаются. Давай. Слушайте, ну сколько можно? Вам самим-то не доело. Ну как свободно минуту вы берете, сидите, уткнулись и сидите, сидим в этих телефонах. Вы помните, как раньше-то хорошо было без этих телефонов? Мы без этих телефонов сидели, общали, разговаривали, видели у друг друга глаза, улыбки, эмоции. Почему мы все в раз-то идиотами стали, а? Вот смотрите, что я делаю. Смотрите, пятый, вот. Слава! Вот что я делаю. И я тоже. Правильно. Ну, тогда и я правильно, тоже. Правильно, правильно. Флешмоб. Чё сидим, давай. Доставай, давай. Знаете, почему я это сделал, а? Шестой вышел. Ещё какой экзамен был? Физика. Ну и чё, сколько ты раз отжимаешься? Не физкультура, физика. Чё, подтягиваетесь, что ли? Ребенок, родившийся у еврейки, уже автоматически ей должен. Дареной машине в год выпуска не смотрят. Папа, я все сдала на пятерке. Давай дари мне машину. Чего это? Как чего? Ты же мне обещал, если я все на пятерке сдам, ты мне подаришь машину. Ага. Вот. Пятерки, машину. Матери не показывай. Так она все равно узнает, когда я на своей красненькой машинке. Тормозника,
тебя еще нет ничего. Знаю, как вам оценки там ставят за красивые глазки. Пап. Вот мне экзамен сдашь, тогда и посмотрим. Что у вас там было? Математика. 3×3. Папа, у нас высшая математика. Девять миллионов 56 разделить на 8 миллионов 65. Ну, я так не смогу. Ну и какая тебе машина? Вот я тебе калькулятор подарю, если что. Запись сотри там. Папа. Ладно, хорошо. Последний раз, давай еще. У одного мальчика было 5 яблок. У второго мальчика было 3 яблока. Папа, сколько... это детская задачка, ты че? Давай взрослую. У одного взрослого мужика было 5 яблок. У второго взрослого мужика 3 яблока. Сколько всего яблок? У нас высшая математика. У одного высокого мужика было 5 яблок. У второго 3. 8. У этих быстрорастущих людей было 8 яблок. Ладно, капот есть. Что еще? Начертательная геометрия еще. В смысле начертательная геометрия? Совсем обленилась, нифига себе. Давай, что там изучали? Аксонометрические проекции. Еще какой экзамен был? Физика. Ну и что, сколько ты раз отжимаешься? Не физкультура, физика. Что, подтягиваетесь, что ли? Да почему? Мы там свойства воды изучаем. А ну-ка, удиви-ка профессора каким-нибудь свойством жидкости. Ну, например, поверхностное натяжение воды. Вы что, там воду натягиваете? Может, еще воздух рвете? Как я тебе с таким бардаком машину-то доверю? Пап. Ладно, давай, география. Где находится Австрия? В Европе. Позор. Ты что? Австрия — это целый материк. Там еще кенгуру прыгают. Это Австралия. Какая Австралия? Ты что? Австралия. Австралия — это где пингвины, где полярники живут. Это Антарктида. Ага. Антарктида, где наркотики продают. Это Амстердам. Вот дает, а. Амстердам — это линия такая вокруг Земли. Это экватор. Ты что, у матери училась, что ли? Экватор — это машина такая, с ковшом землю копает. Это экскаватор. Я тебе запрещу с матерью общаться. Экскаватор — это лестница такая в метро. Это эскалатор. И бабушку не пущу к нам никогда. Эскалатор — это кусок мяса такой. Это эскалоп! Эскалоп, дорогая, это песня Газманова. А, эскалоп моих мыслей шальных. Вот, хоть что-то знаешь. Ладно, давай машину выбирать. Какую? Ну, такую, чтобы тебе с ней интересно было. Твою ровесницу. 92-го года. Я 93-го. Ну вот, научится у нее чему-нибудь. Ты знаешь, я специально сегодня позвал тебя в этот самый дорогой в городе ресторан, потому что хочу сказать что-то очень важное. Мужчина в ресторане смотрит на цены, а женщина на калории. Здравствуй, Надюша. Присаживайся. Ты так прекрасна сегодня. Ты знаешь, я специально сегодня позвал тебя в этот самый дорогой в городе ресторан, потому что хочу сказать что-то очень важное. Но сначала одна маленькая безделица. Так, небольшой презент. Вот
Это бриллиантовое колье, 12 карат. Сегодня утром специально доставлено спецрейсом из Италии. Правда, не знаю, понравится ли тебе оно. Ты знаешь, Максим, это колье с 12 карат, доставленное спецрейсом, оно мне нравится. Я так переживал, последний раз так волновался, когда на велике с сиденья на раму упал. Ну, об этом позже. А сейчас давай выпьем. Нет. И я примерю колье. Нет, давай сначала примерим колье, а потом выпьем. Хорошо, мне тоже не терпится посмотреть, как оно будет выглядеть. Так, дорогая. Ой, ты знаешь, Надюш, прости, оно тебе мало. Но ты не переживай. Я смогу вернуть колье, мне вернут деньги, я куплю тебе 100 000 самых прекрасных в мире цветов. Нет, не надо, не надо. Ты просто не знаешь особенность женского тела. Тело меняет свою форму у женщины по драгоценности. Да? Конечно. Как интересно. Давай попробуем. Ты просто посильнее упирайся там в позвоночник, не упрись и застегивай. У меня позвоночник крепкий очень. Да, тут всего-то 5 сантиметров. Надюша, держись! Боже мой, правду говорят. Бриллианты и женщины созданы друг для друга. Надюша, ты согласна? Мне так нравится, что у нас сходятся мысли. Ты знаешь, я решил сегодня весь день говорить о любви, но боюсь, своими словами не получится. Я тут записал стихи. Тебе нравятся стихи? Да! Как неожиданно. А кто больше нравится, Есенин или Пушкин? Фет? Это же мой любимый поэт. Итак, Афанасий Фет. Если ты любишь, как я, бесконечно, если горишь ты любовью и дышишь, руку на грудь положи мне беспечно. В этом месте у меня тоже всегда ком в горле, да? Биение сердца под ней ты услышишь. Что с тобой, Наденька? На тебе лица нет, тебя так впечатлила поэзия. Боже мой, но вот эти красные и синие пятна на лице так оттеняют бриллианты. Ну, хорошо, а сейчас давай выпьем. Надюш, ну ты что, это Дон Периньон, 27-го года выпуска, специально из Франции, 20 000 долларов за бутылку. 20 000? Тебя так легко говорить. Ну, твое здоровье. А? Какое послевкусие, ты оценила? Дорогая, сейчас я должен тебя ненадолго покинуть. Надюш, ты же не будешь скучать? Я скоро. Дорогая, надеюсь, ты не скучала. Ну, ты, конечно же, обо всем догадалась. Да, я хочу сделать тебе предложение. Прости, а что, скрипач не приходил? Еще одну секунду. Маэстро, где вы? Прошу вас вот сюда, за столиком. Надюша, знакомься. Никола Паганини. Специально для этого случая восстановлен из столовых клеток, да. Итак, дай мне, пожалуйста, твою руку. Я хочу надеть на тебя это кольцо.
Бриллиант 20 карат. Надюш, прости. Оно тоже не налазит, но... Ну хорошо, я тоже смогу его сдать и все-таки куплю тебе 100 тысяч самых прекрасных в мире цветов, Надюша. Пихай! Уверена? Ну давай попробуем. Маэстро, не могли бы упереться в мою девушку? Погоди на престол! Боже мой, какая красота! Надежда, ты узнаешь эту мелодию? Именно под нее мы познакомились. Помнишь, там у пивного ларька? Ну, это сейчас не важно. Ты разрешишь тебя пригласить? Дай мне свою руку, Надежда. Я клянусь тебе, что буду держать эту руку крепко всю нашу жизнь. У нас будет огромный дом на берегу огромного океана. У нас будет много огромных детей. Надюша, не нужно благодарить, ну что ты? Надя! Да? А ты куда? Попудрить носик. Погони нас, скоро в туалет, придурок волосатый. А где-то за шторкою бизнес-класс классовую ненависть вызывает в нас. Попивает в тапках мартини со льдом, и пофиг ему на наш эконом. Мне кажется, что это юмор для всей семьи, что немаловажно. Поэтому уральские пельмени идут на СТС. Во-вторых, они, будем так говорить, шутят достаточно, как сказать, могут пошутить на достаточно острые темы, которые, может быть, дети или не знающие люди могут не понять, но знающие всегда поймут. Мне нравится, что ребята обладают, безусловно, харизмой, актерскими талантами, потрясающим чувством юмора. И поэтому мне нравится ходить на эти шоу. Музыкальная страничка у нас на очереди. Вопрос к вам небольшой. Скажите, пожалуйста, кто летал на самолете? Мне просто социологический опрос такой небольшой. Ну, есть, отлично. Не в бизнес-классе, я в обычный эконом. Вот самое как бы неприятное, когда тебе место достается вот посерединке. Вот, ну, да? Понимаете, о чем я говорю? Когда три места и вот посерединке. Песня на эту тему. Как же здорово кушать в самолете. Особенно, когда самолет в полете. Особенно, когда место посередине досталось. И пересесть, ну, никак не получалось. Справа сидит дядька, слева толстая тетка, и ты между ними, как в банке селедка. На подлокотнике положить руки не получается. Там рука дядьки и окорочок тетки болтается. Вот стюардессы начали раздавать коробки с горячим. Если рыбы до тебя хватит, то это большая удача. Но вот ты в говядине поковырялся немножечко, и еще час сидишь, держишь на коленях коробочку. Кушать не получается, тетка все пространство занимает. И еще от дядьки немножечко воняет. Как будто дядька месяц в каменоломне пахал. Но самое главное, чтобы он ботинки не снял. Ну вот закончился обед. В проходе тут же встала очередь в туалет. И тетка тоже через тебя туда лезет. А ты думаешь, зачем? Она же в кабинку не влезет. А где-то за шторкою бизнес-класс классовую ненависть вызывает в нас. Попивает в тапках мартини со льдом, и пофиг ему на наш эконом. Пока тетки рядом нет, сидишь, радуешься. Даже немножечко поспать прикладываешься. Но только-только вроде начал засыпать, сзади ребенок начал орать.
орет так, как будто бы его пнули. Ну или дырку им в фюзеляже заткнули. А может, эта толстая тетка, что в туалет идет, схватила его где-то там и жрет. Но ребенок вдруг тут резко замолчал. А ты думаешь, лучше бы он и дальше орал. Потому что дядька из своей коробки все сожрал, развалился на кресле и все-таки, зараза, ботинки снял. Но вот тут уже, я вам скажу, никому не до полета. Ближним пяти рядам катапультироваться охота. Все головами вертят, оглядываются, а он в телефон пальчиком тыкает и не догадывается. Но вот самолет приземлился, к терминалу везет. Народ встал в проходе и багаж достает. Стюардесса кричит в микрофон, чтобы все сели, но все стоят, зачем мы же прилетели? На самом деле все это, конечно же, ерунда. Пролетели и забыли. Самое главное, чтобы здоровыми все были. Чтобы каждого из нас дома кто-то ждал. Ну и самое главное, чтобы дядька ботинки не снял. А где-то за шторкою бизнес-класс классовую ненависть вызывает нас. Попивает в штабка мартини со льдом. И пофиг ему на наш эконом. Спасибо. В гостях хорошо, а дома убираться. О, наконец-то мы дома. Слушай, Андрей, давай-ка собери салаты и выброси их, а то они уже пропали. Че, все выбросить, что ли? Ну, конечно, нас же 5 дней не было дома. Выброси все, я пока переоденусь. Сейчас все выброшу. Сейчас вот начну прямо с селедочки под шубу выбрасывать. Не ешь меня! Это кто это говорит? Это я, селедочка. Селедочка? Ты что, волшебная? Ты, наверное, желания можешь исполнять? Не все. Могу, если ты пожелаешь брюхо набить, живот закрутить. И третье. Не, я тебя выброшу, селедочка. Не выкидывай меня! Выкинь лучше оливье! Не надо меня выкидывать! Это кто говорит? Оливье. Ты по-русски говоришь? Ты же французский салат. Так ты посмотри, с чего я сделан. По мне из французского только майонез. Да выкидывай ты, оливье! Да ты не можешь меня выкинуть после того, что между нами было. Что между нами было? Ты во мне спал. А, да. Приглядись, как мы похожи. Ха, вот узнаю профиль, да. Практически одно лицо. Да. А, я понял. Это я селедочки поел, и меня торкнуло. Все. Кто это ржет? Грибочки. Где вы? Ты с кем тут разговариваешь вообще? Марина. Выбрасывай салаты, собирай и пойдем спать. Пить. Воды. Кто это говорит? Хлеб. Я засох. О, хлебушек, давай я тебе полю. На тебе водичка, хлебушек, на. Хорошо тебе, хлебушек? Отвали, я мякиш. Твою мать. У меня же торт в холодильнике. Сейчас я его. Так, я не понял, торт. Ты же на верхней полке стоял. Как ты на нижней оказался? Потому что холодильник надо было включать. Не, ну ты у меня совсем с ума сошел, да? Салатами тут разговариваешь. Выбрасывай их, Андрей! Марина! Я вырос в небогатой семье. Угу. Мы никогда не выбрасывали еду. Понимаешь ты? Не, я поняла, уже натрескался, да?
Ну, тогда скорую себе заранее вызови, потому что сегодня 5 января, там таких, как ты, полотделение. Хоть с родственничками увидишься. Ладно, хорошо. На данный момент все операторы заняты. Вы 569 на линии. Если у вас черепно-мозговая пробка из шампанского, нажмите 1. Ну? Если у вас ожог роговиц петардой, нет, нащупайте 2. Так. Если куриный шашлык прилип к решетке, нажмите решетку. Если вы разговариваете с салатами, так, во-во-во, это я. Значит, вы из небогатой семьи. Ну, все верно. Да. Нужно собраться и выкинуть все салаты. Ага. Так, на телефон вызывай скорую. Да хватит разговаривать по бутерброду! Ты что хочешь-то? Чтобы я тебя убил сейчас, что ли? Чем больше женщина, тем больше она хочет быть меньше, чем больше. Если ваша жена выносит из дома хлеб, мясо и другие дорогостоящие продукты, знаете, она подсела на диету. Ой, котеночек мой с работы вернулся. Привет. Привет, Дима. Слушай, а что так поздно? Да там на работе вообще завал вообще. А, ну жалко. Так бы пришел пораньше, вместе поели. А я сейчас на диете, не ем после 6. Ну, в общем, я твои любимые котлеты приготовила. Чё, даже да, не... Да, ладно. Ладно. Вкусно? Ну, кушай. Я бы тоже, конечно, поела. Но мне нельзя, я же на диете. Хотя я же не склонна к полноте. Все равно не буду. А то вот один раз дашь себе слабинку и все. Лучше уж перетерпеть до утра. А утром вообще все, что хочешь, можно есть, да? Все равно не буду. А хотя котлеты — это же белок. Белок вообще вечером кушать надо. Вот если бы жиры, тогда, конечно, нельзя. А, я же котлеты на масле жарила. Вот если бы на пару, тогда, конечно, можно было бы, а так нет. А вообще самое-то главное за 4 часа до сна не есть. Ты вот во сколько спать собираешься? Часа через 2. На работу завтра рано вообще. Ну тогда, конечно, не получится поесть котлеты. А с другой стороны, я ведь не собираюсь нажираться. Я вообще могу съесть половину из того, что могла, и тогда за 2 часа до сна покушать можно. В общем, вообще, самое главное – есть без хлеба. В общем, я думаю, ни одна котлета никуда не упрется. Ты чё? Ничего. Вот.
дай кусочек-то. Не дам. Ты что, серьезно? То есть ты сама меня просила не давать тебе есть после 6. И чё? И все? Дай мне, пожалуйста, один кусочек котлеты. Ты сел на диету, так? Ты сама меня попросила тебя во всем поддерживать и не давать тебе есть после 6. И чё мне сейчас, голодная ходить? Чё ходить-то? Иди спать. Мне нельзя спать до 9, я в 5 поела. Время 7:15. Тебе осталось потерпеть 2 часа 45 минут. Так это мне только до сна терпеть. А сколько мне до завтрака терпеть? Во сне терпеть гораздо легче. Да что вы говорите? Да, да, да. Ладно, Димочка, я тебе в следующий раз точно так же отвечу. Во сне терпеть гораздо легче. Слушай, ты сама меня попросила не давать тебе есть после 6, что? А я попрошу убить меня, ты меня что, убьешь? Нет. Я тебя тогда вообще не понимаю. А что ты не понимаешь-то? То есть одни мои просьбы ты выполняешь, а другие нет. Ну, подожди, то есть у нас ты решаешь, какие мои просьбы выполнять, а какие нет. Что ты говоришь? То есть если я прошу тебе не давать мне есть после 6, ты согласен. А если что-то другое, то сразу нет? Ты что хочешь-то? Чтоб я тебя убил сейчас, что ли? А я не знаю. У нас ведь ты решаешь, что я хочу, а что нет. Я поклялся не давать тебе есть эти котлеты. Если я сейчас дам тебе эту котлету, кто я буду после этого? Я не знаю, но вот если ты мне сейчас не дашь эти котлеты, я точно знаю, кем ты будешь. И даже готова озвучить. Ешь. Не надо мне. Ешь, чё? Вообще спать голодная пойду. Пусть у меня живот болит. Ну съешь одну котлету, чё? Сам съешь одну котлету. Да ну съешь одну котлетку, ничего не будет. Не буду. Ну съешь. Ты точно хочешь, чтобы я съела эту котлету? Точно. И не будешь потом говорить, что я толстая? Я не говорил никогда вообще. Ага, не говорил, но думал. Да не думал я никогда. Не смотри. Все? Не все. 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 Блин, опять наелась на ночь. Вот нафиг я тебя послушала. Ты сам меня просила, че? Дима, ты мне клялся! Коллективе все было мучительно и тяжело. Стремительно падали наши активы, но женщин мы взяли, и дело пошло. Плохие боксеры попадают в ад, а хорошие в голову. Виктор Васильевич, здрасте. И Чапаренко, что пришел? Я вам кубок Тюменской области по боксу принес.
Ну и зачем мне в Москве кубок Тюменской области по боксу, интересно? Кого хоть выиграл-то? Наташу Курагозину. Она знает об этом, нет? Нет. Не говорите ей, пожалуйста. Хорошо. То она меня убьет. Ты филолог, не Чапаренко. Филолог, несмотря на лицо. Ты должен увлекаться литературой, прозой, поэзией. Вот где ты был полгода? Отсутствовал по семейным обстоятельствам. По каким таким обстоятельствам? Галка моя забеременеть не могла никак. А, Галя, это девушка ваша? Собака моя. Я щеночков хочу маленьких. Ты идиот, не Чапаренко. Все, ты отчислен. Давай. Виктор Васильевич. Что? Ну не выгоняйте меня. Ох. Пожалуйста. 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 Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста. А ты красноречивый человек, не Чапаренко. Ну, 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 ну. Пожалуйста. Еще пожалуйста. Какие аргументы еще? Ну, давай, ну. Пожалуйста. Ох ты. Пожалуйста. Филолог четвертого курса. Пожалуйста. Давай, убей меня депричастным оборотом, ну. Чего это? Это междометие, давай, депричастный, ну и... Ну, пожалуйста! Пожалуйста, пожалуйста! Пожалуйста, пожалуйста! Смени пластинку, Чапаренко. Пожалуйста, пожалуйста! Плиз! Плиз, 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 плиз! Заело тебе, что ли? Плиз, плиз, пожалуйста! Ох ты! Пожалуйста! Плиз, плиз, пожалуйста. Что ты вообще хочешь, не Чапаренко? Что, прям так сказать? Прям так скажи, где-то. Собачку хочу маленькую. И гарнир какой-нибудь. Ой, меньше надо пропускать, не Чапаренко. Я сейчас не про занятия, а про бокс. Меньше в голову надо пропускать, будешь адекватным человеком. Вообще, зачем тебе филфак, а? Погоняло у меня филолог. Должен я вам как-то объективно объяснять. И кто тебе дал такую кличку? Ну. Электрик и физик. Да у вас креативная компашка там, я смотрю. А я, наверное, там у вас декан, да? Не, вы у нас черт. Ой, извините меня. Пожалуйста. 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 Ладно, на дураков не обижаются. Все, иди давай, иди, все. Если вы меня выгоните, я... Что? В районо пойду. Ох. И пожалуюсь на вас. Пожалуюсь, пожалуюсь. Однокоренные пошли, ты смотри вообще. Пожалуюсь. Ну, жалуйся, жалуйся, пожалуйся. Ну, Виктор давай, Васильевич, давай. Можно? Да. Там к вам из Министерства образования пришли. Так зовите срочно, не Чапаренко. Пожалуйста. Встань вон туда. Голову закрой какой-нибудь книжкой, чтобы тебя не видно было вообще. Максим Николаевич, Максим Николаевич, проходите. Здравствуйте, Максим Николаевич. Добрый день, Виктор Васильевич. Нос. Как поживает наш филфак? Вот поживает, так сказать. Дотации просит. Ух ты! Это же кубок Тюменской области по боксу! Да. Да. Наш студент выиграл, между прочим. Вот, не Чапаренко, что там стоишь? Иди сюда. Да пожалуйста. Вот, пожалуйста. Не Чапаренко, так сказать, и филолог, и спортсмен в одном лице, так сказать, гордость факультета. Вот, молодец. Его вчера в новостях показывали. Ну, вот. В криминальных. Его украли вчера, пока чемпионат по боксу шел в Тюмени. Давно говорю, пора закрывать ваш телфак. Так надо в милицию звонить. Одно варьё учатся и взяточники. Ну, не закрывайте, пожалуйста. Ну, как же, ну, филфак же, оно же... Ну, пожалуйста. Пожалуйста. Ну, пожалуйста. Еще раз, пожалуйста. Пожалуйста. Закрывайте, пожалуйста. Давай, матери. Пожалуйста. Пожалуйста. Сейчас, Юля. Друзья, в этот день хочется сказать вот о чем. Нам пишут письма женщины, и они в этих письмах сетуют на то, что многие мужчины их не замечают. Их игнорируют мужчины, они не смотрят в их сторону. Мы подумали, почему это происходит? Почему? И поняли почему. Потому что у женщин до этого времени не было достойной хорошей рекламы. Да. А для рекламы нужно что? Правильно, нужны медийные лица. Но с этим все в порядке.
Саша с нами. Саша с нами. Также еще нужен, конечно же, шикарный голос. Где его взять? Да. Есть решение проблемы, слава богу. Наш друг Евгений Кунгуров. Жень, ну помоги, пожалуйста. Жень, пожалуйста. Жень, ради 8 марта, земляк, выручай земляков. И пиджачок одел белый тоже, как у меня. Ну и, наконец, третье, что нам нужно, это хороший, качественный, обалденный рекламный ролик. Поехали, ребята! Я мужчина простой, я жил одиноко, лежал на диване, смотрел на футбол. От скуки сходил я с ума понемногу, но как-то раз женщину я приобрел. Женщина из натуральной кожи. Женщина украсит интерьер. Женщина и возврат возможен. Женщина есть любой размер. Работал я раньше в мужском коллективе. Все было мучительно и тяжело. Стремительно падали наши активы, но женщин мы взяли, и дело пошло. Женщина!